Всем привет на 175-м стриме, и сегодня мы продолжим проходить Тоху 14. Наконец-то я... Ну как наконец-то уже, в принципе. Второй стрим, значит, уже не наконец-то, но все-таки я до сих пор рад, что я вернулся к этой серии, потому что все-таки достаточно приятная игра, причем именно вот эта 14-я часть очень приятно играется. Я это осознал после прошлого стрима по Тоху. Хорошо сделано очень. Так, привет всем, спасибо Фабино за донат несуществующими деньгами. Так, кто там пришел? Пророк, привет. Так, Айзор попросил пока не здороваться. Покер, Фабино. А, ну вот, привет, Алексей. Так. Что тут у нас? Ну, короче, на нормале будем проходить, да, как в тот раз. На нормале. За такую. И использовать будем первый тип оружия. А, музыку тише сейчас. А музыка, кстати, и так убавлена. Еще что ли тише? Сейчас как, нормально? Так, сейчас надо вспомнить тут. А, ну да, нужно же кверху лететь, чтобы собирать, я вспомнил. Тогда будет выпадать всякие интересные вещи. Ништяк? А, ну я понял. Как обычно, Фабино. Для тебя теперь это обычное состояние. Надо наверх полететь. Оп. Не, мало. Ну сейчас, первая попытка, скорее всего, разминочная. Так что особо что-то от нее ждать не стоит.
сверхъестественного чего-то. Но тем не менее, постараюсь. Что там это, Альферыч, что прошел восьмую, да, вроде бы. Напомню, что чат я не читаю до диалогов, так что... Только пока что не вижу, что там пишется. Вот, теперь прочитаю. Смотреть было нечего, сегодня досмотрел 22-часовой стрим по GTA, и ты пришел на помощь. Хотел сегодня Star Trek или... Ну хотел, Фабино, но я понял, что занят, так что... Ладно. А, опять левел. А, из-за времени. Да, я тоже не успевал много раз. И у меня, по-моему, было 2 или даже 3 стрима по 8 части из-за того, что я не успевал. Не, по-моему, 2 все-таки. Не помню точно, можно по водам посмотреть. Ну, короче, я тоже не успевал все время. А, я вспомнил, это же 8 часть. Я же там 2 раза успел, и у меня 2 раза вылетела игра. И я, короче, все, решил больше не пробовать. Ну, потому что я еле-еле успевал, и игра вылетала. Ну, офигеть, как приятно. Так что, как бы... По сути, я 8, ну, можно так сказать, что так и не прошел, но... Как бы она не захотела, чтобы я ее прошел в техническом плане. Ну, что... Как бы я не хотел еще раз мучиться, чтобы она опять вылетела, возможно, но это как-то совсем не очень. То есть я понимаю, если просто сложная была игра, но когда игра вылетает, это уже совсем неприятно. Так, бомбочку почти собрал. Все, взрываюсь. Оп. Ну, да, вроде бы ни у кого такого не бывает, только у меня такое было 2 раза подряд. На нормале. На нормале я играю. Да, чё, я подумал, но чё, я как не очень буду на изи. То есть я понимаю, там 10-ю часть еще, да, а все предыдущие-то я проходил на нормале, и у меня тоже их не получалось за один стрим пройти многие, да, но тем не менее я же всё равно на нормале проходил, а чё я тут буду на изи внезапно? Ну, как-то это не очень, да. Нет, ну если я и за этот стрим не пройду на нормале, ну, тогда я подумаю, но, по крайней мере, пока буду на нормале пытаться. Что-то я уже забыл атаки этой... как её там, волчицы. Ну, это сейчас-то пока так, предбосье. Опять я вот этот луч, все время забываю этот луч. Я на последний момент, выращусь от него просто. Потому что я что-то забываю про него. И заранее как-то не вижу совершенно. Ой. Хотел чатик прочитать. Не, все-таки это плохая идея. Оп, бомбочку выловил. Все, у меня целая бомба собрана. Так, тут, по-моему, выгоднее вот так собрать, да? Нет? Ну ладно. А, зачем я диалоги пропустил, чат не прочитал? Ну, ладно, значит придется ждать окончания босса.
Так, а, ну это вроде легкая фаза. Ну тут на самом деле я же этого босса уже без смерти проходил, так что надо бы и сейчас постараться. Но с бомбами, правда, но это небольшая цена, там все равно их можно нафармить при желании. О, жизнь собрал. Отлично. Долг там еще жить-то больше, а? Оп! Это было слишком опасно. Фух, так, что вы там пишете? Правый верхний угол, привет, так, Крониус, да, там понаписано нормал. Надо было на лунатике приходить, нет. Привет, Нил, 14, одна из самых незапланированных персонажей. Да, да, ну и что? Как бы, игра предоставила, я выбрал персонажа. Так что, как бы, ничего не знаю. Зато нормал. Так, привет, The Lost, 42. Эти банки, она руку-руку-би вроде как. Ой, вообще не запоминаю такие вещи. Тут выгоднее на линию автосбора было, но там опасно слишком, я не настолько микро. Я понял про какой-то момент, где я спросил, типа, что там было выгоднее, использовал бомбу. Ну, опасно там было куда-либо лезть. Надо взять. Оп. Ну, можно сказать, восстановил бомбу, все. Ну как, я правда 4 только собрал. Но тем не менее бомба целая есть. А, я понял, в чем я ошибся. Это же вот это, типа, волчица. А то было просто какая-то не очень. Да, что-то я тут сейчас немножко вафелька. Ну, ничего страшного. Говорят, в 15 тока появился баланс персонажей внезапно. Ну, типа в демке. Что-то слишком много всего на экране. Ну, хотя, терпимо. Что в ДДЦ без этого риска никак, на этих боссах ты трех акцентов не пишешь. Что такое ДДС? А, Double Dealing Character, я понял. То есть вот это 14-я часть. О, кусочек жизни. Thank you.
Оп. Ой-ой-ой, вообще не видел. Да что ж такое? Ну это что-то просто не успел сосредоточиться. Тем не менее, я вроде бы еще ни одной жизни не потерял, да? То есть именно без бомбы, ну то есть именно жизни. Ох, ну вот. Вспомнишь и сразу вот оно. Да что это, ну... Ну, не очень, конечно, удачно получилось. Ну, что ж поделаешь. На четвертый левел. А какой это? А, восьмой? А я не помню уже. Я не помню, если честно, что там за босс. Так, 15 тохов далеко и надолго послали баланс самого геймплея, в частности, в Бонди 8 Трейма. Я не знаю, что это. Я только слышал, ну, как бы мне рассказывали, но я не вникал, что там за какой-то point device. Точечное устройство. А, я вспомнил, это же дурацкое начало четвертого уровня, которое вообще непонятно как проходить. Точно, точно. Жизняка. Да, вот это я помню. Тут вообще непонятно, что делать. Как это можно выжить? Я просто не в курсе, мне не рассказывали. А, у меня бомб не было, да? Потому что я прожал, что-то не сработало. Сейчас свеча сломался? А, сейчас. Ну, потом. Когда это сделаю. Дойду до этих диалогов. Ай, ну да, еще босс дурацкий, ну конечно. Стоп, я забыл, это этот босс, который... Не, за следующий босс переворачивает экран, да? Там вообще какая-то жестокая штука начинается. Хэза, короче, вообще не понимаю. На всякий случай. Да что же мы? Да ну, это что такое, я не пойму. Я вообще такого не помню. Вообще, я, там вообще не было места на экране. Так, чат сломался. А.
Так, а чё он сломался-то? Сейчас. О, вот так нормально, да? Этот босс резисторами тебя кроет. Ножики Сакузи медляют врагов? Не знаю. Так, что там еще писали? Привет, Луки Бастия. Так, что тут так? Вроде уже лучше стал бонусами пользоваться. Как ты такой чатик Твича отобразил, кстати, в смысле, ну, захватил. Вот ты через кого проходил? А, так, это не мне. Ок, все, поехали дальше. Ну чё, нет времени объяснять, просто бомби. Я не понимаю тактику на эти нотки, это какая-то жесть. Я не слоупок, я просто играю. Тут тактика ясна, но я, по-моему, слишком медленный для этой атаки. Размикрил. Нет. Так, это что-то дурацкое, да, вроде? Game over, но континия есть. Так. Как сказал бы Лимп, нот это игра с хитбоксами. Да у него тут все игра. Так, я просто слышал, ответил, а ты... Что? Я просто услышал, ответил, а как ты радио сюдал? Чё? Я не понял, короче, ладно, неважно. Первый континент на 4-й статье растешь. Ну... Так уже было, по-моему, такое в тот раз, или нет? Ну, почти. Неудобно, я не вижу, сколько здоровья у босса. Оно где-то вроде там наверху отображается, но это настолько неудобно, что я этого не могу заметить нормально. Короче, там не микрилось что-то вообще никак. Фух, я понял, как эту стадию микрить. Я, помните, в тот раз я сливался тут очень жестко сливался. Ну или бомбил там, неважно. Я просто слышал вопрос пророка, ответил у него, а так ты ради... А, ну понятно, ясно. Ну что, поехали, пятый уровень, и у нас еще есть два континия. По-моему, я на уровне больше бомблю, чем на боссе, на самом деле. По крайней мере, на четвертом. Ну, наверное, на пятом все-таки тут и там буду бомбить, потому что... Что-то тут босс совсем какой-то неадекватный.
Не, вот это вот сейчас было вообще не очень. Знаю вообще, это вообще возможно было размикрить? Просто тут надо еще понять, как от этих атак уходить. То есть их как-то там некоторые самонаводящиеся, значит их можно как-то там, типа там слева направо как-то там уходить и размикрить. А, как бы, а другие статичные, их надо просто знать, как, ну, где стоять там и что это такое. То есть вот эти вот тонкости их уже сразу не поймешь. А я и не сразу не пойму, потому что внимательность так себе. Да лол, как я-то сейчас вообще размекрил, что-то затупил, надо было бомбу раньше юзать. Хорошо хоть выжил. Жалко, жалко, упустил я три. Ой, ну все. Это я не помню, это я вообще не умею микрить, я не понимаю. Странно, в прошлый раз хуже это получалось. Что такое большая П, я чуть не пойму. Это, по-моему, единственная большая П за всю игру. Лучше вот так соберу. Ой, железяка. Фух, пятый босс. Ну что? Так. Чё тут? Роуд Б, тогда соглашусь, что не настолько. Но сливаться там уже нельзя. Что? Я не понял. Что такое Роуд Б? А, Роуд Б, восьмой части, не настолько сложный. Ну как бы сливаться на всех... А. Ладно, восьмую часть я уже плохо помню. Да. Ну, вот это было очень плохо. Такого не должно было происходить. Ага, инвертированное управление. Ну, я помню. На самом деле тут можно жить. Когда кверх ногами, там хуже, явно, хуже. Хотя оно вроде бы не инвертированное, но оно как-то путает очень сильно все равно. Мозг не воспринимает нормально. Три бомбы было, три бомбы. А, так тебе бомба осталась, что ли? Или это просто типа заново? О, я, кстати, вроде не доходил до этой стадии. Или доходил? А, доходил, доходил. Это вообще непонятно, как размикривать. На пределе хитбокса просто. А, доходил, и до этого доходил, я помню.
Ну, бомбу как жизнь просто использовал. Дополнительную. Да сколько у нее там стадий еще, ну? Это я уже не помню. Или было? Это было, да, 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 заходил. А-а-а! Вон оно что. Вот тут я, наверное, и проиграл в тот раз. Хотя выглядит вроде несложно. А, все, понял. Понял, в чем соль. Оно прям на середине атаки инвертирует. О, я прошел пятого босса. Ну, это прогресс. КГ несмотрибельно. Это и End Style, Kidzins ворвала идею спелла с кучей пулю Эйрен. О, я таких вообще не помню даже, что за ИН. ИН это вроде девятая часть или нет? Так, это что, шестой уровень? Что мне не нравится это. Да, шестой уровень. Я так понимаю, тут сразу должно быть босс или... Хочу босса увидеть. Хочу увидеть финального босса. Хоть одним глазком -то. Ничего себе там размикрил случайно. Да как это нормально микрится? Ну там слишком много всего. Да. Да ну, я не могу на такой скорости. Хотя вроде между ними расстояние огромное, но все равно это жестко. Не привык. Обычно на маленькой скорости микришь тонкое, а тут надо толстое на большой скорости. Ну, можно адаптироваться. Опять она? Ну, хоть среагировал, бомбу использует. Уже прогресс. Как от этого уходить, что-то я вообще не понял. Еще есть континуум. Надо было до босса донести этот континуум. Или это и есть босс? Не знаю. Чё, как? Чё-то вообще не понимаю. А, влево-вправо. Ну так сразу и не скажешь. Это не был босс. Вот теперь босс, видимо. Это типа финальный босс, да, насколько я понимаю. Лол, чё он такая упорота? Сукуна, Шимлара, что-то там. Литл Принцесс. Микрёш. Привет, Трафальгар, не вижу, что ты написал, потом посмотрю. Лол. Фух, концентрация-то не вечная. Так мучить это жестко.
Я не понял, у нее там барьер какой-то, что ли, или что? Что-то я не могу обратить внимание. А, вроде уже нету. Большие шарики на весь экран. Все. Ну, я хотя бы его пытался. У нее еще 4 фазы. Да уж. Да, Трафальгар, это 14-я часть, я второй стрим уже по ней. У нее еще 4 фазы. И в каждой фазе там по 2, да, где-то атаки, что ли. Ну, там 4 звезды слева. Жесть. А, пророк, а на кибергейме, потому что битрейт намного меньше, потому что кибергейм не умеет высокий битрейт. Ну я не знаю, вообще-то это была хорошая попытка, и как-то, блин, сюда нужно еще кон целый хотя бы один принести, чтобы пройти ее на норме. Тяжело довольно. Ну, вроде попытка была разминочная, но тем не менее я тут даже прогресса добился значительного. Еще полминутки перерывчик. Ну просто так. Да, походу это последний босс, ну, судя по всему, ну, как бы должен быть. Ну, для плохой концовки. Нет, не почти затащил, там еще 4 фазы впереди. А, последний босс для любой даже? Че, попытка 2. Привет, Винеркил. Никто ничего не видел, да? Сейчас я потом почитаю, что там написали. Но не получается мне эти бонусы собирать, там слишком опасно наверху летать. Ладно, сейчас прочитаю, тут что-то много вроде накопилось. А, последнего босса увидел, считай, почти конец, но это ты скажешь на 10-й части в нормале. Что увидел последнего босса, считай, почти конец. Главное, чтобы как, не как у меня 27 стримов с последним боссом. Где у тебя было 27 стримов с последним? А, ну в смысле, ну это же босс, какая разница. Так, видимо, видно, что ты недавно играешь, у тебя есть 1cc экстра каких-либо частей. 1cc это на изи 10-я часть, экстры нету, на лунатике только первая часть, но, естественно, с контами. Так. У меня было не 26 по Салгрину, у меня было, по-моему, 24, что ли, или 22. Блин, я уже забыл. Ну, короче, чуть меньше, чем у тебя.
О, размикрил. В награду часть бомбы за то. Только главное бомбы не терять. Вот если бы я там глупо не выкинул три бомбы, вот тогда вот на каком-то там боссе, да, на пятом или на шестом, то как бы, может быть бы, ну не то что затащил, но больше бы прошел. Вообще в этой части бомбы достаточно легко зарабатывать. Вот в предыдущих частях там обычно как бы каждую бомбу очень жалко использовать, потому что ну их так сложно получить, как бы считай, что ты израсходовал бомбу, ну и все, у тебя ее нету. Значит, тебе потом будет тяжелее, потому что у тебя ее не будет. А тут как бы намного проще с ними расставаться, потому что особенно именно у Сакуи, то есть ты как бы берешь, да, бомбу. Не, потом не врезался ни во что, тебе уже 3/5 бомбы возвращается, и плюс ты там, пока ее использовал, наверняка еще одна выпала часть, и в итоге 4/5 уже возвращается. А если даже ты, ну, потратил, ну, врезался во что-то, но все равно, как бы собрать уже не такая проблема, как в предыдущих частях. Первая часть не очень данмаку, ну да, ну просто, ну как бы все равно тоха. Лунатик первой части, в смысле, да, именно ее. Ну да, и кто, ну просто кто не в курсе, я прошел все тоху с первой вот до этой части. Единственное, я только дропнул эти фотошутеры, ну, прошел там пару уровней, там, уровня 3, что ли. Ну, потому что они очень долгие и очень сложные, то есть это там на месяц надо полагать. Поэтому фотошутеров я их не допрошел. И, по-моему, какой-то один файтинг... Нет, или файтинги я на, хотя бы на изи вроде все прошел. Но... Ну, короче, считайте, так, условно говоря, все тоху я до 14 прошел. Если прям не уточнять досконально. Нет, все по порядку играю. Это 14, значит, естественно, я в 14 не играл, потому что я играю по порядку. То есть я, когда я начинал... Заговорился, просто заговорился. Ну ладно, не буду рестартить. Перестал что-то следить за экраном просто. Блин, обидно. Обидно целую жизнь. И там, наверное, бомб куча было. Лучше, конечно, сосредотачиваться на боссах и не болтать о том и всем. Я дропнул фото Данмаку. Ну я как, ну я ее не полностью, то есть я три уровня прошел. То есть не три, как бы не три фотосессии, да, а три уровня вроде прошел. Это какая-то 9.5 что ли, или... Ну не помню. Какая-то, короче.
да, 9.5 Shoot the Bullet, вот-вот-вот. А Double Spoiler тоже начал, по-моему, один уровень прошел. Вроде бы. Или тоже три, не помню. Вроде бы один. Не помню точно, можно потом по воду посмотреть. Я помню, когда первую попытку делал, мне этот босс показался сложным. Я вроде на нем даже континью слил, а сейчас что-то, ну, норм вообще. Так-то бессмертие его вроде тащим. Что-то я как-то себя загнал немножко, ну ладно, выкрутился. Опасненько, конечно, надо было лучше бомбы, наверное, использовать. Потому что я не был уверен, что я смогу это размекрить, но тем не менее. Ты говоришь, особенно эта карта, которая солнце допинает, как будто бы я должен вспомнить. Ага, еще говоришь, где по кругу надо идти. Ну да, я же помню, естественно, игру, которую я не играл. Или это ты, типа, не мне писал? Ну просто я... То, что без обращения пишется, я считаю, что это мне. Успел. Да что это? Ну тут не должна быть бомба, ну ладно. Ну ладно. Хоть не умер, это нормально, в принципе. Хотя что-то как-то, по-моему, я раньше тут что-то не играл. Бонусы отвлекают очень сильно. Я путаю, где бонус, где пулька. Ой-ой-ой.
Ну норм, норм, размикшил, в принципе, неплохо, я считаю. Ну, для меня, по крайней мере, неплохо. Так. 14.3 есть еще какой-то дополнительный предмет, который позволяет использовать основной предмет, когда это бомба, я правда. Ну ладно. 14.3 я потом еще увижу, неважно. А где, что есть английское? И вообще, ну, сюжет в Тоху, это, конечно, то, что лучше пропустить. Привет, фейл. Я не нашел ни английскую, ни русскую версию. Я говорю, я искал англификатор, русификатор, нет. И нашел сайт, где типа прогресс работ по переводу написано, и там написано, что только в процессе все. Так что пока что нету. Значит, она зарыта так глубоко, что я не смог найти. Вообще, где скачать Тоху официально? Не демку. Я этого вообще не нашел. Или купить, и она не знаю. Но это же как вроде бесплатная игра считается, да? Где ее официально скачать? Куда Zoom сам выкладывает? Я до этого не понимаю. Потому что как бы на всяких левых сайтах только находятся эти Тоху. А где ее официально-то взять? Неплохо. Так, патчер какой-то. Все. Ну я прям сейчас не буду этим делать, но если этот стрим будет не последний, то посмотрю. Платная? Да ладно. Купить на Рейт Асай или Комиконе? Блин, ну чё он такой упоротый? Почему нельзя нормально? Какие диски? Какие диски в 2015 году? Он чё, вообще что ли? Вообще впервые слышу, что она платная. Может быть, я купил бы её? Если бы нормально было бы, где ее купить, а не где-то там, вот вообще непонятно где, как, какие-то диски, что, какие диски. У меня дисковода нет уже 3 года. Ссылки можно кидать. Ну, по крайней мере, я не, ну, как бы, это же нужная ссылка-то. А, ну уже скинули, ну понятно. Ну вот в Стиме я бы вот купил, вот говорю, вот если там Тоха 15 или там 16 выйдет в Стиме, я обязательно куплю. А где-то какие-то диски там из Японии заказывать или откуда-то, это жесть. То есть как бы, он же сам себе же хуже делает. А мог бы очень неплохо навариться в Стиме, там еще ачивок каких-нибудь сделать, там типа пройди там на Лунатике, там без смертей. А, это же 5-й уровень. А, какой 4-й? С этим дурацким началом непроходимым. Собрал. Ну вот это вообще я не понимаю. Ну как?
Кто-нибудь может объяснить, как тут миглит? Ну, ну сейчас повезло, просто повезло. А как сделать, чтобы всегда везло? Да лол, ну не знаю. Ну, это странно. Две жизни потерял. Или одну, две, да, две. Получается, от начала игры две жизни уже потерял. Ну, это как вообще? Это... Вот это было очень плохо. Ладно, те две там, понятно, там какой-то дурацкий момент. Ну вот на этом, конечно, это было очень плохо. Я понял, что нужно по кругу ходить, только, наверное, еще медленнее, да, чем я хожу. Тогда можно будет не использовать даже бомбу. Ну, блин, если сам себя зажал, понятно, да. А, у меня бомб нету. У меня... О-о-о! А в тот раз я на боссе использовал. В тот раз на боссе. Хуже идет. Привет, Recrawl Me. Да, в тот раз я на боссе использовал. Первый конт. Ну. На нотах сверху сейспад. На каких нотах? Ну подожди, на нотах? Хм. То есть прям выше босса, да? И сейчас, что ли? Нет, они же вверх летят. Или только на тех. Плохо, плохо иду, очень плохо иду. Сейчас второй конт еще понадобится. Ну. Хуже, чем в тот раз, явно попытка. Ничего себе! Я так... Ой, лол, я так испугался, что я это размикрил, что аж потерял управление полностью. А, да, это же самое, это же самое. Короче, это можно тащить без всего, вот это. Я уже даже не хочу продолжать, честно говоря.
Второй конт какой? А там еще два босса сложных, сложных очень босса тащить. Я же не говорю, что уровень тоже там не без потерь будет. Почему я не могу эти линии нормально пройти? Ну, это не, ну это печалька, это просто печалька. Можно рестартить на самом деле. И летят с двух сторон и куча пуль, да я не понял. А вот тут как? Тоже сверху? Вот это вообще не знаю. Ну я упустил три бомбочки, не, не упустил, вот так возьму лучше. Закончилось действие бомбы, так что возьмем следующую. Бомб нет. Где увернуться-то? Ну понятно. А, еще есть континью, ну... Ни к чему не приведет. Ну, может быть. Пытаюсь, конечно, босса убить, но что-то вряд ли. Да, последнего босса уже видел. Но там еще 4 звезды в нее осталось, так что... Представляю, как там на лунатике, там, наверное, пиксельный разрыв, да, между пульками.
Это мне жизнь, конечно, не даст. Скорее всего, я не дособираю до жизни. Потому что еще две части где-то взять надо. Не, ну на этой, на такой фазе надо жить без бомб, без всего. Типа, она простая. А вот тут нифига. Не знаю. Прям руку на пульсе держу. Нафиг, лучше. Лучше обезопаситься. Вот, не зря. И сейчас начнется самое это не очень, когда будет переключать инверсную прямо во время. Прямо во время атаки. Это вообще пипец. А, еще вот эти стрелы, это вообще непонятно, как проходить. Они какие-то слишком быстрые для меня. Я too slow. Ну хоть бомбу бы использовал, ну что я такой не очень-то, ну. На самом деле это не сложно. В сути, управление-то не меняется. Просто продолжай в ту же сторону жать и все, что делать. Да, прошел босса, как ни странно. Как ни странно, прошел. Пророка белый ник. Ну ясно. После окончания спелкарты все именно выйдет наверх. Я понимаю, да. Но они-то их на экране не так много, чтобы я могу их и сам собрать. У этих стрел хитбокс, ну, наверное, прямоугольный. Вообще у Зана вроде бы довольно аккуратный хитбокс. Так что возможно, что у стрел хитбокс прям стрела. Лол, какие-то размикрил. Ну вот это уже не знаю. Вообще хз. Так тут без шифта, в принципе, довольно несложно жмикриться. Надо выжить. Это надо собрать. Вполне же играбельное место. Опа. Так, предбоссия. А, это дурацкая стадия. Я не понимаю. Блин, я не могу понять. Тут надо где-то поймать момент, когда они выстраиваются. Вот, и проскочить. Но я не успеваю эту словить вообще никак. Хз, вообще не понимаю. Не могу как бы сообразить. Но... Тут надо как-то влево-вправо ходить. Тоже не очень понятно. У меня бомба есть, надо использовать. Ну, блин, ну не терять же сразу, надо было стоять. Ну, типа, дошел до босса последнего. С одной жизнью! Тащим босса с одной жизнью. Без бомб, идеально. По-любому пройду. Да там мало, чтобы звёздочка выпала. Обычно.
Я не знаю, кто такая Сукуна. А, это вот это вот, да? А. Шинмору Юмару. Ну чё, без бомб тащим? Изи же вообще, да? Люди на Лунатике без бомб-то проходят. Чё, мы на нормале, что ли, не пройдем без бомб? Ну. Значит, мы не люди. А, так зеленые тоже убивают, а в тот раз не убивали. А откуда у меня 3 бомбы? Я же жизнь потерял, точняк. Ну, короче, ладно, закраблены. Ну чё, третья попытка сегодня. Тут я не знаю, как собирать, тут их многовато слишком, чтобы наверх идти. No бонус. Да я когда начинаю слишком активно наверх летать, я теряю жизнь на первом же уровне. Вообще не очень. Ты влетаешь прямо в падающий бонус, он надо чуть стороннее от него прилететь, чтобы сейчас он протянулся. Это важный момент. Да я это понял. Не, ну в смысле, ну звездочку-то не обязательно притягивать, ее же просто брать нужно. По сути, это какая разница. Это вот эти маленькие бонусы, да, надо именно автосбором брать, это я понимаю. Кусок жизни. Привет, Кадео. Нафиг я в чат смотрю. Плохая идея. Что там? Жёдочка тоже идет в счет. А.
Ну вот, вот, вот. Видите, к чему приводит. Что я пытаюсь собрать. Ну ладно. Вот как бы жизнь только взял, как бы вернул ту стандартную. Как бы обычно я сливал первую жизнь на третьем боссе только. И на третьем уровне. Ну, короче, явно не на втором уровне, не на втором боссе. Я тут даже не буду пытаться собирать. Столько всего на экране, столько всего на экране. Да ну, не обязательно столько собирать, чтобы протащить игру, но если я уже до последнего босса доходил, ну неужели, скажем, если я просто еще с одним контом да и пройду до него, и не пройду, ну, не знаю. Ну, то есть, как бы, мне кажется, мне не нужно еще плюс 10 жизней, чтобы пройти его. Ну, еще плюс 3 жизни, как бы, мне кажется, хватит. К той, к лучшей попытке, не которая только что была, а к первой. Потому что вторая-то была хуже явно. Не было бонуса. Ой, чуть не зажался. Что это сейчас было? Может и стартить сразу? Обидно, конечно. Не знаю, что-то мне походу устало что ли уже. Да, без кондини я ни одну тоху не прошел, мне это не нужно. Мне просто пройти на нормале, на хоть с каким количеством контов, хоть на самой последней жизни. Ну, бонус. А что такое на экране много-много бонусов? Вот как понять, их много-много или их недостаточно много?
Ну, я их так собрал, ну ладно. Ну если совсем завал, понятно. Совсем завал редко бывает. На втором, по-моему, и на пятом, что ли, уровне. Там, где вообще непонятно ничего, что на экране происходит. Короче, если я до третьего уровня теряю хотя бы одну жизнь, я делаю рестарт. Но при этом я все-таки постараюсь не лезть совсем на жестко, наверное. Из-за бонусов, из-за этих. В крайнем случае лучше бомбу использую. Но как бы очень сложно бомбу использовать в правильный момент. Мало. Достаточно много. 0,5. Вот тут вроде вот много, да? Или не очень много? А, 2-0. Так показывает практика, бомбы таки заканчиваются. Ну, относительно. Да, бомбы у нее очень дешевые, конечно. Довольно часто можно пробомбить практически в ноль. Ну, то есть, практически сразу восстановить бомбу. Ой-ой-ой, что я сейчас только что сделал? Лол, чуть не слился на какой-то ерунде.
Так это взять надо. Нормас, скоро четвертая жизнь. Ну, ну зажало, ну ладно, хоть бомбы ты пофиги. Собрать, 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 собрать. Собрал. Можно еще специально врезаться в пулю до окончания щита, если есть возможность повторно собрать 2-0. Ну, тоже совсем какие-то сложные тактики. Ну, ну, видимо, 14... Не, ну, как бы, смотри. Если бы я на изи играл, то не пришлось бы полностью механику понимать. Я же 10, 11, 12 на изи прошел, потому что там на нормальном слишком... слишком хардово. Так, ну все, третий уровень начался. Это значит, что уже нет рестарта. Как бы я тут не начал сливать, уже рестарта не будет. И пока что хорошо идет, вроде бы. И уже я не буду так гнаться за бонусами, сразу скажу. Ну, ну так, только если вижу, что прям, ну явно можно собрать. Тут сейчас непонятно, кстати. Ну я, ну, ну я просто не понимал, как там. Как там вообще размикрить? А надо было бомбу использовать. В любой непонятной ситуации бомби же, ну. А я не пробомбил. Опасненько было. Достаточно много на экране? 0.8. Ну. Но если выживу, то еще 3 этих будет. Не, сейчас явно мало на экране слишком. Что-то прям напряжно. Да пофигу, бонусы профукал, не профукал, вообще без разницы. В любой непонятной ситуации бомбим. Ой-ой-ой, это была непонятная ситуация, я не забомбил. Вот сейчас вот явно была непонятная ситуация. Ну
Ну я хз, короче, ладно. Жизнь-то не потерял. Так что сойдет. Блин, чё? Глаз чешется. А такое надо сразу исправлять, потому что когда что-то отвлекает от игры на боссе в тох, это уже проблема. Ух ты ж. Опасненько. Моё! О. Так, я пока только одну жизнь, да, вроде слил за все время. Ух ты ж, что-то я вообще не ожидал, странно. Моё жадина. Ну нормально, до 4 уровня с одной потерей, в принципе неплохо. Ой, ну тут сейчас вообще что-то начнется, что-то с чем-то. Нет, или не одна была потеря, что-то запутался. Ну не суть, короче, все равно хорошо. Бомб не было. Это вот тут сверху что ли? Нужно или что? Ой. Ну что ж, я так... Нет. Они слишком дезориентируют, и я... Ну, короче, не могу сосредоточиться, когда эта бомба срабатывает. Была хорошая попытка, стала как обычно. Да ну, не собрал. Это ужас какой-то. Просто бомби. Ну чё, нотки?
тут надо с защиты всегда стоять. Просто всегда, пока есть бомбы, надо всегда стоять с защитой бомбовую. Я хз, как туда Рейму проходить, это невозможно. Это просто невозможная игра. Неиграбельная. Ну, а у меня же были бомбы, да? Ну я... Так, у меня жизни нету, надо бомбы использовать. Заранее, короче, все, заранее буду бомбу использовать, пока не убью босса. Как только исчезает щит, сразу следующий. Просто сразу. Хочу без контов вытащить босса. Что-то как-то странно полетели эти штуки. Последняя бомба, ну... Есть! Фух, все, без контов до 5 уровня. Рекорд. Метла, но все равно это не то. Ну все, я без всего, без жизни, без бомб. Не пятый уровень. Зато с кучей континия. Если я еще одну звездочку возьму, то у меня будет хотя бы бомба. Такой бонус не дают. Ну ладно, ну ладно, нормально. Да я думал, там можно проскочить, ну... Не, кстати, мне кажется, пятый босс проще, чем четвертый, на самом деле. Потому что нотки — это вообще какая-то ужас. Ну, не говорю, что он вообще простой, да, но все-таки проще. Чуть-чуть. Вот эти атаки вообще можно легко, без бомб, без всего микрить. Ну, если не затупить, конечно. Вот такое возможно. А, ну, единственное, вот, да, вот это дурацкая, вот это очень дурацкая штука. Которая абсолютно неизвестна, как проходить. Без урона вообще, по-моему, после урона. Стоп! Она то как раз закончилась, что ли? Бомба? У меня же вроде была. Ну, это включенная. Да, ну...
Я был уверен, что у меня включена бомба. Чё лост? А. Подметай. Ну чё, я почти что на... просто на уровень израсходовал все жизни. Печально, печально. Ну давай, изи босс. Если 10 раз сказать изи босс, то он проходится без контов. Мне так говорили. Занервничал, хотя проходил там нормально. Хочу взять. Оп. Размиклено. У меня нету бомб, так что вот теперь мне кри. Просто не кри. Ну можно же это размеклить, можно. О. Ну почти... О, ну стрелы, ну это удаляй. Ну стрелы я не знаю как просто. Стрелы слишком, ну стрелы слишком жесть, я просто не понимаю. Вот это, наверное, единственная сложная атака, пожалуй, на этом боссе, ну прям реально сложная. Прям вообще жуть. Да ладно, да ну... Как там можно было слиться? Это было очень плохо. А, в другую сторону, но я не понял. Ну тут из-за инверсии я просто запутался. Ну, чё? Один континью остался. И шестой уровень. По-моему, это все равно неплохая попытка. Вроде бы я в тот раз даже хуже дошел, когда... Ну, именно не в тот раз, а в первый раз. У меня, по-моему, даже не было континью. Или был. Не помню точно.
Ой. А, ну да, это же неразмикливаемые атаки, я вспомнил. Ну все. Лол. Ну я продержался сколько мог. Последний континент. Лучше сразу израсходовать. Ну что, последний босс, и у меня всего лишь две жизни и никаких континью. Ну понятно, что шансы будем мягко говорить так себе. Всякий случай. А, там что-то было, да? О, что-то я не понял. Нечего собирать. А, опять эти пузырики. Да ну что-то это не прикольно. Так, это следующую атаку я вроде даже не видел, да? О, ножички. Так это же мои ножички-то, нет? Ой, я не взял кусочек бомбы, но... Все, надо было бомбу использовать, ну, понятно, ладно. Ну, прогресс. Конечно, если бы я бомбил бы, то, наверное, бы еще одну стадию пережил бы. Но вряд ли бы прошел все равно. Ну чё, я думаю, что, наверное, на этом все, потому что я устаю столько попыток делать. Ну, как бы одно и то же. Ну, 2 часа я постримил. Нормально, в принципе. Да. 2 раза не прошел. 2 стрима, и я не прошел эту игру. Даже не знаю, проходить ли дальше на норме или на изи. Не, ну если на изи, то можно прям сейчас. Но если на норме, то тогда все-таки следующий еще стрим. Да какой я же нет. Не, я просто так, любите. Ну почти, да не почти. 1 ТЦ, да. Не. Это как-то оно не очень. Так долго играть. Тем более 1 ТЦ. Не, ну игра приятная. Ну не знаю насчет почти доги, потому что это...
Ты же говоришь, там еще самое жесткое впереди, а я туда еле-еле дохожу с жизнями. И то это была очень хорошая попытка. То, что я сейчас дошел с континью и как там с одной или двумя жизнями еще дополнительными. Ну вот, самые сложные атаки, на которых нужно по-любому бомбить, либо там просто адскими крит. Ну, в общем, не знаю. Ладно, это будет уже все равно в следующий раз, не сегодня. Так что на этом стрим заканчивается. Всем спасибо. Увидимся на следующих стримах.